В Салавате началась горячая пора субботников. Подрядные организации, управляющие компании и неравнодушные жители нашего города, вооружившись граблями и метлами, слаженно вышли на улицы, чтобы навести порядок в любимом городе и подготовить его к предстоящим майским праздникам. Управляющая компания «Любимый дворик» уже вторую неделю проводит субботники на своих дворовых территориях. Проводится целый комплекс работ. Ремонт бордюрного камня, покраска, уборка листвы и мусора. Мы за чистый город! Сегодня проводятся работы на территориях многоквартирных домов Островского 4, Островского 6, Октябрьская 60. Также проведены субботники уже на Октябрьская 70А, Губкина 2Б и ряд других домов. Обязательный пункт – вывоз мусора с придомовой территории и чистый ухоженный участок, как итог работы. Организованные субботники в нашем городе будут проводиться в течение апреля и мая. Организации и предприятия выйдут на уборку закрепленных за ними территорий.